Всем привет, вы на канале Прикол. Сегодня мы будем, короче, показывать двор. Окей. Это наша собака Далее. Я про нее снимал видео. Но она что-то там делает, грызет что-то. Так. Это я не знаю, зачем этот отпечаток. Тут что, землю проваливается? Нет. Это елочка. Я не знаю, что она тут. Это. Я это люблю делать. Фух, как-то сегодня прохладненько на улице. Может, и сегодня такой ливенек шел. Один раз даже сверкала молния. Вот. А тут капельки почему-то от дороги. Даля! Даля! Смотри. Тут очень мокро. Я, наверное, не буду рисковать съезжать. Не буду. Что, слезу по ступенькам? Ступеньки-то такие мокрые. А так я уже могу отсюда спрыгнуть. Так. Опа. Все. Далечка, ты не пей из Артура. Ну, тут его песочница моего брата Артура младшего. Аделя, ты что тут пьешь? Может, побежим, а? А это папин новый мангал. Ладно. Вот ты где. Это я напился какао. Так, что это у нас? Огород. Пошлите, покажем огород вам. Вот. Туда вроде как заходить нельзя. Смотрите, вы видите это? Вот там длинное такое. Вот где мой палец. Около моего пальца что-то длинное. Лучше зайдем. Мы аккуратно будем. Там все заросло, как же мы пройдем? Видите, проход зарос до туда. Ладно, это баня. Электричество есть? Вот банька. Сейчас мы вам покажем. Здесь все паются. Вот. Сюда заходить нельзя в сандалиях. Все. А здесь радио, где музыка может играть. Такая бань такой. Все. Можем теперь идти. Этот дом принадлежит моему папе. Мой папа живет, ну, недалеко, где-то 2 километра от моего дома. Да шучу, где-то километр. Вот это его дом. А я живу в другом доме. Со своим попугаем Кузей. Со своей мамой еще живу. Вот. Весь такой дом. Надо с задней стороны показать. Точно. Даля, ты со мной? Ладно. Тут что-то видео не хватает. Всем пока, ставь лайк, подписывайся на канал, если не прикольно.